У Якутского комсомола новый руководитель. Им стал Иннокентий Именев. Выборы руководителя регионального отделения прошли на 6-й конференции организации. Добавим, что в каждом регионе страны есть свое отделение комсомола. Якутское работает уже 13 лет. Сегодня в Союзе насчитывается 221 молодой активист. На 6-й конференции Союза молодежи комсомольцы отчитались о проделанной работе. По социальному направлению это помощь обездоленным гражданам, многодетным семьям, помощь вообще пожилым, тимуровское движение, работа по гражданско-патриотическому воспитанию, проекты «Знамя нашей победы». И вот буквально в прошлом году комсомол принял решение о создании комсомольских студенческих отрядов. И в этом году комсомол Якутии организовывает штаб студенческих отрядов Ленинского комсомола, который начинает работу с этого трудового сезона.